Всем привет, мои хорошие. Мы сегодня со Сланчиком в парке. В новом, не котором мы всегда возле дома гуляем. Ай. Всем бенедельма? Бенедельма еще? Бенебелирс. Пустемемус. Ай-яу. Тыкатит. Аслан, иди сюда, становись. Ему нужно все, что у других есть. Вот. Побежал мяч. Бросай. Опа. Ого! Hadi oynayın. Bu da oynayın. Hadi onu at. Hadi at. Hoppa. Cilavi. At bakalım. At. Deniz gidi. Hoppa. Я не могу его выудить с этой детской площадки. Уже минут 20 бегает по ней. Наверх, вниз. Ага. Теперь будем спускаться, да? Угу. А. Опась. Мамина сумка упала. Опа, молодец. Держись. Крепко держись. Умница. А я тебя догоню сейчас. Сейчас опять пойдет на эту лестницу. А? Все уже убежали? Ты один здесь остался? Да. Вон смотри, кися, Аслан, кися. Кися. Видишь, вон кися? Кися. А ты не успел за ней побежать. Вот так вот бывает. Ой, так. Какой вкусный, да, был? Мы уже на вкус попробовали песок. А, молодец. Не, мы домой на такси поедем. С таким безобразием я на метро не поеду. Что кушаем? Орешки. Кто орешки, кто изюм.
Под моим тщательным присмотром, конечно же. Одних я их не оставляю с орешками. Дома меня. Утащила орешек, да? Ты его сама не сможешь есть. Аслан, как всегда, в телевизоре. Вкусно, сынуля? Ты курагу кушаешь, да? Курагу, по-моему, есть. А вот эту маме. Эту дай маме. Маме, дай эту. Эту ты не сможешь покушать. Это мама съест. На, покажи. И она все равно тащит этот миндаль. Я обычно мелко-мелко нарезаю. Или сама крошу его и даю. А, это Кешу потащила, да? Ну, попробуй. Что там? Там ничего нет. Хотя бы эту кашку ты съешь, это же одна из твоих любимых. Всем привет, мои хорошие. Приготовила ей кукурузную кашу, плеваться начала. Сейчас сделала ее готовую, оптомиловская, оптомил местная марка. Сейчас посмотрим. Давай попробуй, ты сперва попробуй. Сперва попробую, это вкусно. Это не кукурузная каша, которую мама готовила. Ты готовые кашки любишь. Да, не. Ну? Давай одну попробуем. Попробуй вот так. Угу. Угу. Это на улице шумит. Да. Вкусная даже. На губы намазала. Все, она поняла, что это другая. И можно есть. Приготовила супчик. Ну, я знаю, что она сейчас не будет есть суп. Нам надо выйти на улицу погулять. Папа забрал Аслана, они гуляют. И с Захарашкой тоже хочу пойти погулять. И поэтому надо быстро ее чем-то подкрепить. Обычно с голодными детьми я на улицу не выхожу. Да. Да. Твоя любимая каша. Эти готовые кашки у меня есть только Захара. Аслан их вообще не любит. Он и не любил их. Она любит. Она любит, что не сделаешь ради птенчика своего. Да? Да. 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 А ну скажи тук-тук-тук. Кто там? Скажи, кто там? Кто там? Скажи, кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Она за Асланчика повторяет. Он тоже стучит, и кто там пытается сказать. Ну и естественно, она тоже. Она же у меня повторюшка. Вкусно? Вкусная каша? Тю, я тебя съел. Да. Мама же знает, что ты любишь. Мама знает, что тебе готовить. Маминя, кутеряська, бараська, мами. Нет, ягненок маленький. Маленький ягненок. Ты еще ягненочек. Сегодня мне пришел заказ, я заказывала детям одежду в интернет-магазине турецком Катон. Первый раз, за сколько я заказывала, мне пришла вещь с браком детская. Ей платье пришло, ну реально там такой брак порванный в двух местах, представляете? Я не знаю, такую наглость надо иметь, чтобы такую вещь отправить. Ну я, естественно, ее верну, но просто вот неприятный такой сам факт. Ага, силы появились, да? Мы с тобой гулять пойдем? Ты куда пойдешь гулять сегодня? К киськам или к собачкам? В какую сторону пойдем? К собачкам? Гав-гав? Хорошо, куда ты хочешь, туда и пойдем.
Они у меня этот вчера не выходили, погода была такая неважная, ветер. Ну, последний день. Ветер бывает, то ветер, то дождь. Сегодня тоже был дождь. Сегодня даже был дождь, но он закончился. Ты меня копируешь, да? Мне кажется, что она щечки себе снова наела. После болезни она похудела, у меня сейчас вроде как обратно. Ладно, я закрываюсь. Пока-пока сделаешь? Сделай пока-пока. Ты еще не все сказала? Пока-пока. Всем пока. Смотрите на эту принцессу. Мы гуляли-гуляли и доехали этот, до тетиного балкона. Где папа? Папа где? Далдевит, задумалась. О чем задумалась, бабуська? Вот такие цветочки, посмотри какие. Она их все разорвала. Вот они, вот они. Вот они. На, понюхай. А, как пахнет. На, на, понюхай. Ням-ням-ням, не надо. Понюхай. Лежа. Кукла. Кукла чище. Е-мами, какая она серьезная. Бабосика. Сейчас пойдем к бабуле. Асланчик с папой там у бабули. Это кто там разговаривает? Ты слышишь? Кто это разговаривает? Бирас Сонра. Ой, не очень-то. У них борьба за эту игрушку. Пари, пари. Досталась, да, она тебе, Захарашка? Сера, сера. Что к мешку? А ты что там делаешь, Асланчик? Давид Герман. А на маске на. Аслан. Какая у тебя красивая игрушка, Зихрашка. Больше, чем сама. Принес, да? Няки-няки, это тебе мама купила. А что? Етер, банан, етер. Аслан. Дай бабуле отнеси, она откроет тебе. Аслан, ада я дачалу. Бабуле отнеси, она откроет. Молодец, сейчас бабуля откроет. Ты что там спряталась? Как мышка спряталась, да? Бесится на бабулином диване. Бабуля их настолько любит, никогда им замечаний не делает. Ой, Нила. Ай, Аслан, за что ты сейчас маме заехал? Там не трогай. Не трогай, зачем ты лазишь?
Зачем ты лазишь, трогаешь чужие вещи? Нельзя, это бабуля не разрешает трогать. Оставь. Не трогай, нельзя. Бабуля не разрешает трогать. Нельзя. Но-но-но. Но-но-но. Нельзя. Нельзя, мама сказала. Нельзя. Нельзя. Я сказала нельзя. Смотрите на эту, какая упрямая. Нельзя. Я сейчас свела брови такие, сделала такое серьезное лицо. Нельзя. А Таташки сейчас сделаю. А Таташки сейчас сделаю зехрашки. Но-но-но. Ты играешь тогда. Иди играйся с Асланчиком. Иди, вон тебя Асланчик зовет. Асланчик тебя зовет. Ню-ню-ню, да. Тебе тоже нельзя. Никому нельзя. Нельзя. Вот упрямая. Овечка. Ты уже где стукнулся? Ты где стукнулся? Техрашка, нельзя, мамина, нельзя. Иди со Сланчиком поиграй. Иди поиграй со Сланчиком. Не трогай, не трогай, пупсик. Ню-ню-ню. Ню-ню-ню, упадешь. Там баб. Там баб. Эй, маленький динозаврик. Аслан, баб там, солнышко. Ты пока не свалишься, не успокоишься. Алла. А если бы ты сейчас упал? Кутерёшка, кутерёшка моя, моя кутерёшка. Ты что, щекотки боишься? Ты щекотки боишься? Ты щекотки боишься? Ты тоже здесь. Аслан, ты готов, да, домой идти? Дверь не открывается, да, солнышко? Зехра тоже готова. На, почитай, почитай. Гиджегля. Ты тапочки оденешь? А, маме даешь? Маме даешь, что ли? Маме одеть их, да? Мама велела. Мама в тапочках же не пойдет, солнышко. Мамины туфельки там. Алчак, алчак, баба, дур. А я кабинки все на алчак, баба. Пойдем, солнышко. Алчак, дур. Тамам. Тамам, алчак. Дур, алчак. Аллахым, я гарепим я.